жизни сестрой известного советского скульптора Вучетича. Вместе с архитекторами Пасохиным и Захаровым он работает над созданием памятника Победы, посвященного героизму советского народа, его славным сынам, павшим за родину в борьбе с фашизмом. Аллея каменных знамен с барельефами приведет зрителей в центр ансамбля, где будет возвышаться 85-метровая фигура воина-освободителя. Завет мертвых живым «Помни», говорит эта скульптура. Грандиозный купол, прорезанный 15 арками, будет охранять негасимый огонь в честь погибших. Монумент Победы на Поклонной горе в Москве явится символом борьбы за мир.